Почти два десятка детских площадок установят в Первоуральске в этом году. Депутаты «Единой России» продолжают проект «100 тысяч в каждый округ». На этой неделе игровые комплексы появятся сразу в нескольких дворах. Наша съемочная группа отправилась туда, где работы уже идут полным ходом. Воскресенье на улице Емлина выдалось шумным. С самого утра во дворе у 20-го дома суета. Здесь устанавливают детский игровой комплекс. За работами с нетерпением наблюдает детвора. Уже получше площадка, чем та. Там уже вся заржавела. Песочница там сломана, уже там дырка есть, там весь песок вываливается. Мне все нравится, и у нас площадка чуть больше стала. Там будут качели, которые все будут кататься. Детская площадка – это место действительно было трудно назвать. Из игровых конструкций только старая песочница, лабиринт и горка, с которой просто опасно кататься. Чтобы хоть как-то разнообразить свои прогулки, малышне повесили на дерево тарзанку. Рядом вот есть дворы, дворовые там площадки, вот. Ну, там тоже дети играют, у них свои. И появлялись конфликты, зачем приходите, сейчас таких проблем не будет. Мы очень давно хотели, просто ждали, когда площадку нам построят. Ну, посмотрите сами, какая старая площадка, в каком состоянии. Теперь здесь будет своя шведская стенка, новая горка, песочницы, качели, скамейки. Площадку устанавливают по просьбе жителей депутата «Единой России» в рамках проекта «100 тысяч в каждый округ». Дворовые комплексы по этой программе партийцы благоустраивают уже 5 лет. За это время преобразили порядка 100 дворов. Детские игровые конструкции, они соответствуют по металлу, по крепежным устройствам, по гибким канатным формам, по заклепкам, по ДСП, древесно-стружечным материалам, по окраске. Они соответствуют безопасному отдыху детей, то есть они прошли все сертификационные требования. В этом году по инициативе «Единой России» в округе установят 18 дворовых комплексов. Уже на этой неделе комплексы появятся на улице Строителей, Советской и в поселке Кауровка. Евгения Чарсова, Вадим Шолохов. Хроника дня.